Сегодня в городском доме гражданских обрядов было многолюдно. Вот только на этот раз виновники торжества не молодожены, а новоиспеченные родители и их дети, которые появились на свет в один из самых светлых дней в году – в День мира. Признаются, об этой дате в белорусском календаре не знали, но были приятно удивлены. Мы знали, что праздник Рождество Богородицы, поэтому нам было это, безусловно, очень приятно. И тут еще такая неожиданность, что оказывается еще и День мира, и наш ребенок родился в День мира. И это очень приятно. Мы очень рады, конечно, что наш мальчик появился в такой день. Это было вдвойне праздник, потому что был и праздник православный, и День мира. Ну, конечно, мы в этот день не знали, узнали уже, когда позвонили. Поэтому, ну, что самое главное? Для детей самое главное – это крепкое здоровье, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, и над мирным небом, чтобы было всегда у них над головой, чтобы были счастливы. Акция традиционная, но в этом году на встречу также были приглашены брещане, которые становились родителями в День мира в разные годы. Мы даже, честно сказать, не знали, что есть такой праздник. Вот когда мы были в роддоме, нам позвонили, сказали. После этого момента мы уже узнали, что есть такой праздник. В этом году в День мира 21 сентября на свет попросились 24 малыша. Родителям деток, которых так и хочется назвать посланниками добра, в торжественной обстановке вручили памятные сертификаты «Дитя мира», сувениры, сладкие подарки и первые документы ребенка – свидетельство о рождении. Важнее мира и здоровья человека – вообще на земле нет больше ничего. Мы придаем этому большое значение, но сама организация наша, ее устав обязывает. Обязывает к тому, чтобы мы растили детей, настоящих миротворцев, способствовали этому. Как всегда, не остались в стороне и брестские нотариусы. Они ежегодно принимают участие в этой акции. Уже не первый год мы здесь участвуем, мы очень рады, что нас приглашают. Мы рады, что ежегодно такие детки рождаются. Я все-таки думаю и надеюсь, что это говорит о том, что в нашей стране будет процветать мир, согласие. Традиция поздравлять семьи, где пополнение выпало на 21 сентября, зародилась еще в 2007 году. За время существования акции детьми мира стали 460 маленьких жителей Брестской области.